Всем привет! Вы на канале Ксения Левчик. И сегодня, как вы видите, я еду в большом автобусе. Та-дам! Да, и мне тут с окошком не повезло. В общем, вы начнете спрашивать, куда же я еду? Я еду в Киев. И не просто так. Я еду на большой проект «Голос дети» в Украине. Ребята, у меня тут такая катастрофа. В общем, нам обещали Wi-Fi. Его здесь нет. Точнее, я его включила, он на полной мощности, но вообще не работает. Что делать? Мы еще только выехали из Минска. И когда автобус будет останавливаться, а он будет останавливаться целых 4 раза, я буду вам что-нибудь показывать. Путь будет очень долгим, около 10 часов. Поэтому я запаслась разными вкусняшками. И сейчас я вам их покажу. В общем, первое, то, что я взяла, то, что я увидела, это вот такая пачка Скитлса. Вот такой большой. Большой Скитлс и маленькая пачечка. Вот. Далее у нас идет ням-ням-ням шоколадка. Со вкусом белого шоколада. Молочный и белый шоколад. Вот такая вот. Также у меня есть Баунти. Это мой любимый батончик. Еще тут у меня есть вот такая шоколадка. Шоколадка. Ням-ням. Со сливочной начинкой. Еще я взяла чупа-чупсик, потому что я их обожаю. Ну и еще я тут съела вот такую пюрешку. И у меня есть вторая. Она со вкусом яблока и груши. Няма. Ой, забыла показать вам самое главное, самое вкусное. Мой любимый газированный напиток Фанта. Блин, какая-то реклама получилась. А еще я вам забыла показать вот эти вкусные палочки. Ням-ням-ням. Хоть первую остановку. В общем, сейчас мы находимся в городе Бобруйске, а это наш автобус. На данный момент мы проезжаем город Гомель. И скажу вам правду, что в этом городе намного теплее, чем в Минске. Наконец, мы подъехали к границе с Украиной. И сейчас у нас будут проверять паспорта. А сейчас я нахожусь в украинском городе, который называется Чернигов. Осталось буквально полтора часа, и мы будем уже в Киеве. Ой, ой, мой автобус уезжает, я побежала. Ребята, уже около 9 часов, мы еще до сих пор едем, еда закончилась, очень скучно, я уже не знаю, что мне поделать, в общем, реально очень скучно, я уже все игры переиграла, и ехать еще около часа, это ужасно. Всем привет! В общем, ребята, я не смогла доснять вчера видео, потому что, правда, мы очень долго искали отель. Мы уже были все просто уставшие, вот такие вот, как зомби ходили. Да, и потом, когда мы нашли, наконец-то, наш отель, наш номер, то мне уже было не до съемок, я уже просто вот сразу легла и заснула. Всем привет! Сегодня 20 мая, и наконец мы прибыли в Киев на проект «Голос Краины». А пока моя мама там заполняет какие-то анкеты, я втихаря снимаю ролик. Сегодня в этом проекте участвуют и мои друзья Саша Миненок, Алина Бурачевская и Ян Мусвидас. Все очень точно.
сочно, мягко поем. Настраиваемся. Вот мы уже находимся в павильоне, где проходит прослушивание на «Голос Украины». И буквально через несколько номеров я буду выступать. Посмотрите, какое здесь количество участников. Центре, который называется Дарина. И, конечно же, хочу передать привет своим подписчикам из Киева. Привет! Вот и подошло время к отъезду из Киева. Мне очень жаль, ведь в Киеве мне очень понравилось. Например, смотрите, сейчас мы едем в метро, которое едет прямо на улицу. Например, у нас в Минске такого нет. Если бы я так сильно не устала, я бы еще целую